Отделался ожогами. После прямого попадания молнии по суровой статистике человек, как правило, погибает. Но 16-летний вратарь подмосковного клуба «Знамя труда» Иван Заборовский выжил. И его здоровью ничего не угрожает. Мгновенный удар молнии может вызвать паралич, глубокую потерю сознания, остановку дыхания и сердца. Вероятность поражения человека может составить примерно 1 к 600 тысячам. При этом треть пострадавших примерно погибает на месте, а выжившие получают серьезные повреждения. Случай с Иваном произошел в минувшие выходные. И эта история с хэппи-эндом скорее исключение из правил. Лучше всего обезопасить себя, соблюдая ряд несложных правил. Если есть возможность от деревьев отойти, мы отходим от них во время урагана. Если у вас имущество под деревьями находится, лучше уберите, потому что или дерево может сломаться, или ветки посыпаться, имущество попортят. Коммуникация, провода, стекла, трубы – все от этого надо держаться подальше. Во время грозы избегайте открытой местности. Молния бьет в самую высокую точку. Одинокий человек в поле – это и есть та самая точка. Также держитесь подальше от водоемов. Часто молния бьет в их берега. Опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, ехать на машине и прятаться от дождя под временными сооружениями. Временное сооружение надо вообще стороной обходить. Зашли вы в какой-то там, решили переждать. Ну, считайте, что вы себе купол неприятностей создали. Могут и доски полететь, и куда полетят. Доска уже может принести травму. Если молния ударила человека при вас, окажите ему посильную помощь. Сотрудники МЧС рекомендуют перенести его в безопасное место, уложить на спину и повернуть голову в сторону. После чего делать искусственное дыхание и массаж сердца до приезда медицинской помощи. Если есть ожоги, их необходимо обильно полить водой. Обожженную одежду снять, а затем пораженное место прикрыть чистой тканью. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.